Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что основная проблема заключается в том, что с одной стороны вы являетесь жертвой, с одной стороны вы видите себя как жертву, считая, что есть что-то, за что к вам можно таким образом относиться. Вот. С другой стороны, вы слишком, наверное, боитесь конфликтов, потому что, ну, как мне кажется, вы боитесь конфликтов, потому что, вы со всеми вежливы, вы всех пытаетесь понять, вы со всеми пытаетесь подружиться, но на самом деле это невозможно. Вот. Потому что, ну, далеко не со всеми людьми можно найти какой-то контакт, да, вот. И так далее. Так что, на мой взгляд, здесь вам необходимо вот с этими двумя моментами поработать. Вот, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Понимаете, какая штука? А что касается людей, которые к вам так, значит, относятся, то они относятся к вам так, просто потому что. Вот. Просто потому что им нужно на кого-то слить негатив, например. Просто потому что этим людям для чего-то это все нужно. Просто потому что люди не могут, допустим, без негатива. Вот. То есть в этом смысле, тут только так. Никакого скрытого смысла нет и быть не может в данном случае. Потому что люди с вами обращаются так не из-за вас, а скорее из-за именно себя. То есть это исключительно проблема людей. Ну вот. Такая. Это исключительно такая вот проблема людей, что им нужно, что им необходимо вести себя так, как они, собственно, ведут. И ничего здесь, ничего с этим особо не поделать, к сожалению. Как бы вам этого, например, не хотелось бы. Вот. Соответственно, очень важно понять,
очень важно понять, почему вы реагируете на действия своих сотрудниц, своих коллег, так как вы говорите. Вот. Почему вы так на это реагируете, вот. Вот, в принципе, так можно сформулировать вопрос, который вы задаете. То есть, значит, так можно вам ответить. Я думаю, что такая примерная история. И разбираться в этом нужно не вам. То есть не вам нужно разбираться в том, почему так относятся к вам они, например. А на мой взгляд, разбираться вам, если и нужно, то исключительно только, я бы сказал, наверное, с собой. Вот. Именно это является важнейшим элементом данной ситуации. Именно это является важнейшим аспектом. Именно ваша неуверенность в себе играет вам во вред. То есть именно вот то, как вы на все это реагируете, не идет вам на пользу, к сожалению. Вот. Что это? Неуверенность в себе? Возможно. Страхи какие-то. Может быть и страхи. Может быть что-то еще. Может быть. Но так или иначе, с этим нужно разбираться. И, на мой взгляд, вы можете это сделать лучше всего вы это можете сделать с психологом. Потому что ваша неуверенность в себе, ваша такая скромность, да, она, конечно, вас не красит. То есть нужно уметь защищаться, нужно уметь давать отпор. Понимаете, какая штука. И вот этот момент очень
очень важен, на мой взгляд, для вас. А вы обращаете внимание немножечко не на те вещи, которые нужно обращать. То есть вы обращаете свое внимание на людей, которые просто реализуют там свои какие-то проблемы. Вот. Вот так вот я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Да, то есть речь идет о неуверенности в себе. Вот. Речь идет о том, что вы чего-то боитесь, речь идет об этом, скорее всего, вот. На мой взгляд, ответить на ваш вопрос можно так. То есть вы, по сути, предлагаете нам поисследовать причины поступков других людей. На самом деле, ничего хорошего в этом нет и, в принципе, быть не может. Вот. Так что больше внимания обращайте на себя, на то, что вам нужно, на то, что вам важно, вот. И после этого, соответственно, мне будет куда более понятно, вот, а не то, как это сейчас вот у вас происходит. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд и по моему, по крайней мере, мнению. Вот. Вот так, значит, надеюсь, что это было, правда, для вас полезным, надеюсь, что мой ответ помог вам, вот, потому что хотелось вам ответить, хотелось вам помочь, вот, дальше будет только при индивидуальной работе с вами будет понятно, как и что можно будет, ну, для вас сделать. Что можно будет для вас сделать. Вот, вот так. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам
понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я бы хотел сказать вам напоследок очень важную вещь о том, что вы ведете себя как жертва. То есть спрашиваете, за что мне это, и так далее. Ну вот, мне представляется, крайне такая позиция деструктивной, потому что так вы не освободитесь от этого, вот. Понимаете? Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.